пьяных водителей вычислят по анализу крови. С 3 июля меняется кодекс об административных правонарушениях. Теперь привлечь нетрезвого водителя к ответственности можно и на основании анализа крови, и на основании воздушного анализа. Пьяным теперь считается тот автолюбитель, в крови которого содержится 0,3 граммов спирта на литр крови. Эта величина равна показателю 0,16 промилле при выдыхаемом воздухе. Нарушителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 000 рублей.